красиво идет. Блюсинг очень красивый от Герман. Прям красота неписанная. Так, начнем с какой-нибудь. С такой. Чип какой у меня есть. У меня есть еще блесна интересная от Химеры, надо тоже попробовать. Говорят, жуткий эксклюзив. Недалеко мы от берега. Ну, тут 2 метра. Глубина? Да. Под кустиком сейчас сидит. Бегает. Давайте попробуем пару бросков. Потом под кустиком. Есть, есть, есть. Теперь? Да. Похоже, да? Ну, похоже, да. Что это идет? Хороший должен пока. Не очень. Ну, нам уха не нужна. Вообще хороший, да? Давайте опишем. Если попадутся со всех сторон плюх, 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 плюх. Хорошо.
пушок. Можно якорь здесь встать. Плюх, плюх. Да, там берег особо не заброшает. Вообще можно в ответ смотреть, что творится. Да, здесь окуня много. Можно было, кстати, либо заякориться. У меня есть поменьше блесен. Может там заякориться? Фу. Красота! Ну, конечно, ощущения непередаваемые, когда ловишь. Нет, спиннинг жестковат, наверное. Спиннинг для окуня жестковат. Амортизация не очень большая. Губу ему действительно разрываю. Кокунёк. И прям как жадно. Вот он. Что-то крупное. Так. Это окунь хороший. Вот так он дергает. Ух, хорош. Зубастая. Я тебя.
Опа, и он прям хотел его в воздухе даже схватить. И блесенка ему нравится. Еще поменьше, где это место. Или с водки. Да, я говорю, это... Опа, есть. Опа. Убежал. Опа. Ух, что завалилось хорошее. Сошел. Не, сидит. Не понял. Сошел, блин. Вот что-то хорошее было, да. Зараза, блин. Стабильно. Ага. Он должен взять, но почему же он... Там отмель. Метр. Он на этом метре прыгает. Мы когда заходили, да, там метр. Потом сразу это... 2,5. Косичек там? Или там большая? Ну, коса, видно, идет как раз вот эта вот. Подобрать приманку, там он не один наверняка. Мы ловили судакан такой. Блесна очень хорошая тут. Жереха мы ловили на нее. И щуку я ловил на это, в Подмосковье. Сидит. Ну неплохая такая. Не-не-не-не.
свечу даст. Опа, красиво. Сошла. Хорошая, блин, стопоцак. Сейчас свечу как даст. Но тебя я упустить не хочу. Тебя я на свечку не дам. Нападение прям. Ну, не очень хорошая, но такая блесенка, и вот так она жадно съела. Не очень удачно. Вот это блесна была. Вот это? Да, вот это. Вот это тоже вроде неплохая. Ну это полегче, здесь глубина побольше, надо ставить что-нибудь потяжелее. Тут есть тяжелые блесна, надо найти. Вот это вот подойдет. Ну цвет можно выбрать, там цвет цвета разные. Потом... Не, вот это вот тоже похоже, я вот это попробую. Так, куда его? Вот сюда, блин. Да, да, вот как раз и типа ступенькой провожу. Так, охота продолжается. Есть? Берет. Ну, это блесенка надо тебе потом приметить. Ты где брал? У Германа. Это мне ничего не говорит. Ну, вместе съездим, покажу. А, ну это на... На 41-м километре. Там большой павильон Герман. А, 41-й? Я думаю, где мельница? Да. А, что называется 41-й? Ну, он там Славянский мир, мельница, 41-й километр МКАД. Спиннинг помягче нужен. Да, да. Сейчас сойдет. Не-не, я беру, когда все, я уже ученый, намертво. Нападение прям. Блесна. Колеблется. Берет здесь на впадине, на трехметровый. Под нами вот здесь где-то. Черешонок. Ничего. Наверное, выбрать не будет, нет? Наверное, нет, я не знаю. А что, я ее скажу?
Вот блесна. Чудотворная. А потом вообще, знаешь, чистый интуитив, как тут хорошо бросить, и все. Да нет, тут еще форма блесны. Нет, цвет это, блесны. 90% это блесна. Понятно. Это похоже опять. Вообще. Подтяжки только. Опа. Да, там копань стоит. Держись, дружище, держись, еще чуть-чуть, и ты мой. Эх, плюх, 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 красота, плюх. Здесь взял? Ага. Какуня, какуня, какуня. Ах ты! Вроде рыбы сильные. Ой, подожди. Спиннинг мягче нужен. Понятно. Тут вроде это надо на окунь один спиннинг, на щуку. А на щуку тоже мягкий пойдет. Опа. Есть? Это кукунёк был. Это рыба крупнее что-то. Нет? Как же они? Ну, в этом, может быть, и есть интерес. Спиннинг не отыгрывает сильно, губа отшлепывается у него. Вон он вернулся. Блин, да надо ж так, а? Вперед. Заброс. И ждем, пока она упадет на дно.
сплавом на колебалке. Наша лодка идет по течению. И колебалочки за собой подтаскиваем. Глубина у нас сколько? 4-5 метров. Вот колебалка опустилась на дно. Мы сразу понимаем по кончику. Вот он раз, раз, раз. Как воблер дна касается. И сейчас у нас будет поклевка. Таким образом можно ловить и щуку, и окуня, и судака, и даже сама. Любую хищную рыбу. Нет, 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 сейчас прыгнет. Ай-ай. Так, Андрюх. Дядя Илюша, не уйдешь. Первая щука за сегодня. И когда берешь ее, прям сильнее, прям сдавливаешь ее вот здесь. Не, под жабрами. Вот ой, здесь, под вот, прям, вот видишь, я ее прям зажимаю, видишь как? И главное, крепче держи. Если схватил, то держи. Чуть-чуть руки разжал. И будет больно. Садись, как тебе удобно. В рыбалке главное дело это удобство. Если тебе некомфортно, значит что-то не так. Найди свое место и начинай ловить. Если я вот буду держать спину, направление. Ну нормально, вверх подсекаешь. Ну то есть это нормально. Ну, да. Слушай, я тряпку вчера оставлял, она здесь, вон. Убрал ее, наверное, здесь. Есть маленькая.
Ку. Судак, что ли? Рыба. А-а-а, трюха. Хрен. Нам удалось. Эмоции. Ты смотри, что творится, блин. Будем играться с тобой или забираем маленькое? Ёперный дед. Короче, или подсачник нужно, или играть. Есть? Да. Маленькая щучка на латунную блесенку. Ой. Надеюсь, ты будешь жить. Карандаш. Вот такие летом тоже клевали. Крепче одной рукой, а второй слегка крепче прям держит. Слабее.